Имя музыковеда, заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия, кандидата искусствоведения Татьяны Владимировны Павловой-Борисовой хорошо известно в музыкальных кругах и в нашей республике, и за ее пределами. Музыкальная культура Якутии, деятельность якутских композиторов, театральное искусство – все это является сферой ее деятельности. Но кроме того, Татьяна Владимировна одна из первых начала заниматься музыкальной культурой народов Севера. С чего же все началось? Я где-то слышала такое выражение или высказывание, что Север как шаманка тянет, зовет к себе. И могу сказать, что в мою жизнь Север как-то вот вошел так, что я с детства ощущаю его, да? И мне это очень интересно, потому что, когда я была маленькой, я приходила к маме на работу, вот сюда, в библиотеку. Мама у меня известный библиограф, Валентина Николаевна Павлова. И, видимо, или оставлять меня дома было не с кем, или просто школу заканчивала раньше. Я вот выросла среди книжных стеллажей. И среди книг, которые я смотрела, мне попадались, она мне рекомендовала читать «Сказки народов Севера», известных якутских писателей, в том числе из числа народов Севера. Вот я помню, как я читала такие Дулока, «Жизнь Теургина-старшего», и у меня всегда это вызывало интерес. Сейчас я вот думаю, что это было связано вообще с той политикой государства вот нашего советского, где я выросла, где было равное отношение ко всем народам, внимание ко всем культурам. И в этот момент как раз-таки очень активно работала национальная интеллигенция коренных малочисленных народов Севера, особенно у нас в Якутии. Активно выходили учебники, делались исследования интересные. И все это вот печаталось в нашем книжном издательстве и доходило до читателей. Поэтому как-то вот я с этим жила, интересовалась, это было в круге моих интересов. И потом был такой еще момент, что я, когда была в школьном возрасте, попала с аппендицитом в больницу. И папа, который у меня часто ездил в командировки, в том числе на север, почему-то привез фотографии оттуда. Ну, видимо, меня порадовать или удивить, и там были олени. Тоже совершенно такие восхитительные, с большими глазами, с рогами. Прямо вот шло стадо, и такой вот лес рогов был. И на обороте фотографии он мне просто как бы написал пожелание: выздоравливай поскорее. И я, когда лежала в палате, я поставила папины вот эти вот слова написанные. Мне было приятно на них смотреть. А оборотная сторона лицевая, в окошко, там был такой коридор стеклянный, и все, когда проходили, говорили: «О, это твоя родина!» Я такая удивлялась, думаю, почему они так говорят? А потом поняла, что на фотографию смотрели. Вот. И потом как-то оно постепенно в жизни у меня вот сложилось так. Поехала учиться, и мне предложили взять тему, касаемую музыкальной культуры народов Севера, в частности, эвенов. Это был реферат, потом курсовая. Она выросла в дипломную впоследствии. После успешной защиты мне рекомендовали в аспирантуру, и как-то вот слов даже не было, само по себе как-то оно так получилось. А что вы закончили, как вы стали? Якутский музыкальный колледж, он назывался раньше училище имени Марка Николаевича Жиркова, и потом поступила в Новосибирскую консерваторию государственную. Но так как они наш как бы куратор по Сибири, да, поэтому они были заинтересованы тоже. Советская культурная политика в национальных специалистах, кадрах из регионов. Сейчас как-то стараются вот на месте организовывать учебный процесс. У нас построена высшая школа музыки, Арктический государственный институт культуры и искусств. А тогда мы все вот уезжали, и было очень, правда, нелегко, потому что были перестроечные годы, и не все выдерживали вот эту вот непонятную ситуацию, которая происходила в это время в нашей стране. Какая-то устойчивость, экономическая неустойчивость была, нестабильность. Но, вы знаете, меня всегда привлекало вот ощущение, что есть какая-то определенная миссия, да, или вот
нужно это сделать, потому что уже тогда я понимала, что передо мной такие имена, как Мартин Николаевич Жирков, первый якутский композитор, который впервые опубликовал, записал венские народные напевы, Грант Арамович Григорян, московский композитор армянского происхождения, который очень много сделал для культур народов Севера. Вот, кстати, есть его уникальная книга, одна из первых, где опубликованы венские напевы. Я с ней выросла. Эвэдил, Дёнтур и Кэлде. И вот здесь стихи и песни. И вот я это смотрела, анализировала. Тут есть ноты венских песен. И это была до недавнего времени вот уникальная совершенно первая книга. Значит, самое первое, чем вы заинтересовались, это именно музыкальная культура эвенов. Я когда защитила диссертацию «Обрядовые фольклоры эвенов Якутии», выпустила вот такую монографию в Санкт-Петербурге. Она получила рекомендацию Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это центр изучения культур народов Севера, в том числе музыкальных. Вот мой автореферат. И она была опубликована, и, в принципе, достаточно известная книга по народной музыке эвенов, по обрядовому фольклору. Это, конечно, не очень хорошо. Я считаю, что даже совсем не хорошо, что из числа коренных малочисленных народов Севера мало специалистов, которые интересуются родной культурой. Потому что все равно я на это смотрю глазами исследователя со стороны, да. И когда человек вырастает в родной культуре, у него взгляд изнутри. И это очень ценно. Но мне удавалось общаться прямо с такими исполнителями народными, что я вот сейчас, когда вы меня спросили, вдруг подумала, ведь мне очень повезло, что я работала, например, вот с Анной Ивановной Хабаровской, и вот недавно не стала буквально, вот совсем в эти дни, да. Очень уникальный человек, который, ну вот, синкретичный, все в ней удачно сочеталось, и мастерица, и певица, и этнофор, то есть носитель знаний, да, и народный художник. Да, она была уникальный человек. Да. Потом я работала с Екатериной Андреевной Громовой и Прасковьей Петровной Неустроевой записывала. Вот они, я прямо фотографии у меня с ними, ездила туда. А куда? К ним. Ну, я выезжала в Аймиконский улус и в Тампонский улус. И еще был Данилов Егор Андреевич. И вот сейчас, по истечении времени, когда эти люди ушли, смена поколений, вдруг понимаешь, что я-то успела с ними пообщаться, соприкоснуться, и у меня это очень яркие такие впечатления, ощущения от них, от света их личности, потому что меня поражало, что вот как люди в таких условиях живут, и живут практически традиционным укладом и знают основы быта, фольклор, сказки, эпос. Дарья Михайловна Осенина, совершенно уникальная личность, эпический сказитель Нимкалан. И вот это мне было даровано, возможность общения с ними. Я вот сейчас вспоминаю, я вот с легкостью брала диктофон и ехала. Как они встречали вас? Очень доброжелательно и очень много помогали вот сами представители. И были такие вот работники культуры, в управлении работали. Например, Клара Семеновна Баишева, вот у меня есть дневники мои экспедиционные. Все фиксируется, все записывается. И она меня вот водила конкретно, советовала, с кем пообщаться. И вот такие вещи бывают уникальные, что меня находят потом дети людей, с кем я работала, и говорят, что я их записывала, помнят до сих пор, спустя почти вот сколько, 97-й год, 94-й год, 93-й год, когда я к ним была, и рассказывают, что я приезжала. И у меня все зафиксировано, что человек пел, как, и дочь так удивилась и сказала, что вы единственная, кто записали мою маму, что у вас есть эта запись, что вы ее опубликовали, и была очень благодарна.
вам действительно повезло, что вы все это в свое время зафиксировали. Сейчас же уже многие ушли, и где можно найти такие уникальные материалы? Очень сложный момент. Я вдруг в последнее время, когда начала работать над обобщением опыта, потому что я помимо экспедиции еще работаю с архивами, где имеются вот эти вот образцы. А сейчас ведется речь о подготовке томов, в частности, вот эвенских из памятников серии, вот, Новосибирской серии академической. И ситуация такая сложная, потому что старшее поколение уходит, а современное поколение, к сожалению, очень активно урбанизируется, и вот жанры фольклора, они стремительно, вот просто стремительно угасают. И вот когда оглянулась сейчас, обратила внимание на эту проблему, потому что я параллельно с музыкальной культурой эвенов, вот опять же по рекомендации ассоциации, они мне упрекнули, почему я пишу только про эвенов. Вот сказала, только хотела спросить. Да. Я сказала, если вы мне так говорите, я действительно, видимо, надо по возможности, если вот есть такая необходимость, я буду писать, потому что действительно об этом никогда говорить мало не будет. Потому что вот в общей картине музыкальной культуры Якутии голоса народов Севера звучат все меньше и все тише. Это я смотрю как музыкант, потому что если мы говорим о якутской культуре, то вот буквально в последние годы ее стали поднимать и активно пропагандировать. И такую же политику надо вести в отношении музыкальных культур народов Севера. Я думаю, что вы, наверное, пока что, ну не скажем единственный, но одна из первых, которая обратила внимание именно на музыкальную культуру народов Севера. Та политика, которая проводится в стране, я опять же повторяю политики, потому что вот в эти 90-е, 2000-е годы мы очень много потеряли, потому что внимание было упущено. То есть как бы мы, да-да, все хорошо, все вроде бы нормально внешне, да, но прошло 20 лет, а исполнители же они не молодеют. Если им не оказывается помощь, вот сейчас вот стали стипендии выплачивать Аланхасу, там, да, вот в частности по сохранению Аланхо, Нимкала, нам оглянулись, а их-то вот все. Фактически ушли уже, практически, можно сказать. И вся беда в том, что нынешние исполнители, которые себя позиционируют как фольклорные, они уже имеют другое мышление. Они уже не импровизируют, они выучивают текст, и по выученному, как самодеятельные артисты, ну, они уже знают, что такое сцена, что такое запись, у них немного другой склад. Бывает, что забывают текст, но это видно, когда человек живет вот в этом жанре, да, когда он дышит вот этими сказаниями, или когда у него это идет не свободно, а выученный текст. Я с вами согласна. Я сейчас читаю лекции в университете, и очень хорошо, что в университете особое место отводится сохранению, популяризации, изучению языков и культур народов Севера и Северо-Востока Российской Федерации, в частности, вот, проживающих на территории Якутии. И ведется такой курс, как «Музыкальная культура народов Севера» и «Музыкальная культура народов Северо-Востока Российской Федерации». Но так как я музыкант, и мне предложили вести этот курс, я с удовольствием согласилась и обнаружила, что нет материала, что студентам нужно больше слушать звучащий материал. Вот. И подготовила учебное пособие по этому направлению. Вот. И ну, так как у нас в Якутии проживают 5 народов коренных малочисленных, это эвены, эвенки, чукчи, долганы и кагиры, то я вот описала в этом пособии в качестве учебного материала вот особенности культуры, фольклоры, традиционной культуры, и попыталась сделать обзор по бытованию фольклора в современных условиях, потому что это тоже очень интересный момент, когда на основе фольклора возникают новые виды творчества самодеятельного, как то мелодисты, какие-то эстрадные исполнители, очень интересные, которые понимают ценность, например, как Карпани Соленко, да? Молодой человек, который
очень интересно пропагандирует музыкальную культуру, народное творчество своего народа. Он учится в институте Герцена, и вот когда приезжает сюда, всегда вызывает большой интерес его выступления. И то же самое в отношении остальных народов, потому что культура-то не стоит на месте, она развивает, приобретает новые формы, способы выражения. И это тоже неплохо, потому что культура — это то, что отражает народ, его видение себя, выстраивание, позиционирование себя в новом меняющемся мире. И если у нас изменилось общество, изменились отношения родовые, если народы Севера сейчас живут в полиэтничной среде, в урбанизированном пространстве, то они вынуждены заботиться о том, как сохранять вот свою самобытность и при этом вступать в межкультурную коммуникацию, потому что мир сейчас стал настолько пронизан контактами, что иногда ощущаются вот такие межкультурные вот прямо влияния, и это тоже интересно. Я пытаюсь посещать все концерты, которые могу, вижу, и появляются молодые эстрадные исполнители, это тоже отдельный такой пласт, самобытный скажем. Пласт, да, музыки. Как и что они оставляют от традиционной культуры, потому что в ней все равно же должно быть вот это вот самобытное зерно, которое идентифицирует это именно как культура эвенков или культура чукчи. Вот. Но что меня как бы немного настораживает, то что иногда идет такое смешение, да, что уже непонятно, где чье. И это тоже не есть, может быть, хорошо, да. Поэтому мое пожелание молодым исполнителям, особенно вот эстрадным, больше слушать, смотреть, обращаться, преподать к истокам и слушать, получается, уже своих классиков фольклора устной культуры, которых успели зафиксировать и которые есть вот в архивных записях и в тех материалах, которые сейчас возвращаются в народ. И нужно вообще сказать, что очень большая миссия исследователей языка, культуры, фольклора народов Севера, потому что вот тот материал, который успели записать, он сейчас очень интенсивно изучается. Изучается эпос, изучаются малые жанры творчества. И это все издается в виде вот таком зафиксированном книг, изданий. Поэтому надо больше как-то, вот если недоступна уже такая традиционная среда, может быть, больше обращаться к таким вот зафиксированным моментам. Ваше пособие было представлено учителям родных языков и культуры. Как они вообще отнеслись к этому пособию? Когда я проводила презентацию, как раз-таки на съезде, который прошел совсем недавно, учителей родных языков и культур, я обратила внимание на такой момент, что немногие подходили и говорили, что вы нам показываете, рассказываете данные из источников, которые мы не знаем, и нам не были недоступны, то есть они доступны, не были доступны. И на месте, вот в этих поселках, где живут, местах компактного проживания, к сожалению, во многих традиционная культура уже ушла. Согласна. И когда студенты ко мне приходят, и мы с ними разбираем какие-то песни, я пытаюсь, чтобы они слушали больше, чтобы они повторили, чтобы они спели. И у многих это вызывает искреннее удивление, потому что некоторые вещи они от меня слышат впервые. Носители, казалось бы, культуры, которые должны были в этом вырасти. Да? Ну, в системе жанров, конечно, сейчас лучше сохранились круговые танцы, какие-то лирические песни. Очень активно развивается мелодическое творчество, да, вот песни мелодистов. Но что касается обрядовой стороны, что касается эпоса, конечно, вот эти вот масштабные крупные жанры вследствие той политики модернизации, которая происходила со второй половины XX века, скажем так, влияние советской культуры, когда нужно было быть интернационалистом, да, может быть, в не очень хорошем смысле этого слова, когда нивелировалась самобытность национальной культуры,
все-таки редукция произошла. Меня это как бы поначалу удивляло, но все-таки я работала с архивными материалами, с самобытными носителями. И я поняла, что надо об этом писать и говорить больше. Вот что я знаю, что могу, по крайней мере, систематизировать материал, изложить основные положения, перечислить исследователей, скажем так, включить записи. Сейчас я буквально не так давно выпустила онлайн-курс по музыкальной культуре народов Севера с видеоматериалами, с звучащим материалом. То есть студенты могут вот в виде учебного курса, по крайней мере, почерпнуть информацию и уже дальше решать, что с ней делать, как расширение кругозора воспринимать или, может быть, брать на вооружение, если они являются директорами там, клубов или каких-то ансамблей. И руководители ансамбля тоже подходили, просили ноты. И вот все, что у меня было, я вот на презентации постаралась раздать. Татьяна Владимировна, чем в будущем собираетесь конкретно заниматься? Главное, чтобы была возможность посетить те места еще раз и уже сравнить наверняка с тем, что сохранилось, какой ландшафт сейчас там музыкальный. Я уже предполагаю, что, конечно, не все так хорошо и благополучно, но это тоже предмет исследования. И я где-то во многом сожалею, что я, может быть, не до конца понимала важность, что если знаешь, что нужно это отдавать. И в последнее время у меня идет какая-то такая перенастройка, что ли, что мне, видимо, надо больше об этом писать, говорить, будировать, обращаться, ставить вопросы, что могу со своей позиции как ученый, как исследователь, как специалист, как музыковед, как культуролог, я, конечно, делаю, но мне все время кажется, что этого мало. Потому что это сознание должно быть прежде всего у представителей этих народов. В частности, мы говорили вот на этом съезде о языковой среде. И вот меня удивила одна исследовательница, которая приехала из Санкт-Петербурга по языку, и она говорила, что если нет среды, надо ее создавать искусственно, как вот, получается, вот в парнике, в оранжерее высаживают, да? Хотя бы таким образом идет вот как бы вот эта вот ниточка, она тянется, все равно она продуцируется. В Якутске нужно открывать и кагирский класс, и эвенский, чтобы это было, потому что у нас получается так, что при всем при том, что есть такая общая программа, но вот в этой программе про культуры народов России надо все равно оставлять свой краеведческий региональный компонент. Потому что когда вот такие истории случаются, что народы не понимают друг друга, это от того, что они не знают друг друга на самом деле, от того, что они не изучают, не поют песни друг друга, не играют в игры друг друга. Все-таки эта коммуникация культурная должна быть больше. И в советское время это делалось хорошо. И все, что вот сейчас происходит к возвращению к культурному наследию, о чем говорится в последнее время очень активно, последние годы вот был год культурного наследия, я просто радуюсь, что наконец-то обращается внимание и в образовании, и в социальной политике, и со стороны органов власти к этому вопросу. Но для этого нужны учебники. И мы готовы работать с учителями, и показывать, где находятся хорошие архивные материалы, где действительно есть вот знатоки и носители, этнофоры, которые являются эталонными. Потому что, к сожалению, размывание традиционной культуры идет, угасание все-таки налицо, и хотя бы те крупицы, которые еще сохранились, которые имеются, нужно как вот эти вот угольки, там искры сохранять и берегать, чтобы их не задуло от ветра глобализации, скажем так. Потому что всего этого очень много, лишнего и наносного сейчас. Надо найти себя вот в этом потоке информации. У Татьяны Владимировны есть интересные задумки в области изучения музыкальной культуры народов Севера, и думается, что благодаря ее трудоспособности, целеустремленности, увлеченности этой темой все задуманное осуществится.